Так, друзья, всем привет! Ну и по традиции, ребятки, перед просмотром данного видеоролика ставьте пальцы вверх и жмите подписаться на канал. А сегодня суть видеоролика такова. Как проверить цепь ГРМ на своем мотоцикле? Ну и вот, друзья, сама суть проверки. Мы разобрали, сняли постели для регулировки клапанов. И тем самым заодно мы проверяем состояние нашей цепи ГРМ. Мы берем один распредвал, одеваем на него нашу цепь ГРМ. И, ребята, вот сжимаем вот середину вот пальцами. Видите, вот я там пальцем поджимаю цепочку. И здесь вот я тоже поджимаю цепочку. И, ребята, смотрим. Все это делается двумя руками. Сжимаем ее вот так вот. Посильнее. Вот видим, у нас вообще вот, вот эта вот часть. Не обращайте это на веревочку. Внимание, вот эта вот часть, она у нас сжатая. Мы ее сжали. И, ребята, вот здесь вот мы пытаемся ее оттянуть. Видим, она у нас болтается, это раз. И она у нас оттягивается. Она у нас вот оттягивается. Видим, она у нас болтается. Она у нас ходит, ребята. Очень так она ходит везде. Проверка схожа с приводной цепью. Со звездочкой, вот, звездочка ведущая и ведомая, ребят. Абсолютно, вот, она у нас не должна болтаться вообще, допустимый, может быть, миллиметр, это вообще край. А так, ребята, вот эта вот цепь изношенная в хлам. Видим, да, как она у нас болтается. Сейчас я ее сниму, эту старую цепь ГРМ. Так, ребята, беру тот же самый впускной распредвал. Беру новую цепь ГРМ, одеваю ее. И вот даже она, когда висит под своим весом, она здесь вот не имеет никакого люфта. Вот. Вообще. Допустим, вот так я ее стягиваю. И здесь вообще она стоит мертва, ребят. Мертва, она даже не двигается. Ну, лево-право она чуть-чуть так двигается, вот посмотрите. Вот, прям чуть-чуть. 2 миллиметра, может быть. А то и двух нет. Но вверх-вниз, самое основное, это люфт, когда вот вверх-вниз, она не двигается. Даже вот если вот сжать ее вот прям чуть-чуть, вот ее опустить, она уже не имеет никакого хода вверх-вниз. Да даже под своим весом она уже не имеет никакого хода вверх-вниз. Под своим весом. Вот мы прям, ну это я уж слишком, ребят, снял. Вот прям сильно прям я беру. Вот. Она никакого хода не имеет. Прям уже сильно. Ну это уж, ребят, я уж борщу. Вот. Она не имеет абсолютно никакого хода. Вот так, ребята. Вот так вот, ребята, и сидит новая цепь ГРМ на шестерне распределительного вала. Так что, ребят, будьте внимательны и проверяйте это обязательно при каждом вскрытии системы газораспределительного механизма. Ребят, не ленитесь и проверяйте. Но я сейчас буду вытаскивать цепь. Чтобы снять цепь, мне понадобится снять крышку сцепления. Дальше мне понадобится выкрутить обгонную муфту, открутить. Так вот, ребят, давайте сравним длину старой цепи ГРМ и новой. Для этого я беру обычное шило и вывешиваю их на вот такое вот расстояние. Здесь делаю одинаково. И смотрим, насколько новая цепь короче старой. Видим, да? Довольно-таки прилично. Вот на вот столько вот она короче, а старая длинней.
И это, ребят, всего лишь чуть-чуть, скажете вы. Но по факту фазы у меня сбились, недоход метки был порядка 5 миллиметров. Недоход метки. Так что вот, кто говорит, сразу цепь, ребят, меняйте, сразу меняйте ее. Видим, старая цепь у нас натянута, сейчас я возьму отвертки, ребят, одинаковые. Беру одинаковые отвертки, одинаковой толщины, и, ребята, делаю следующее. Между собой натягиваю, вот, натянутая новая цепь, ребята, а старая висит. Смотрите, насколько она вытянутая, ребят. Смотрите, сейчас я их между чуть-чуть зазорчик сделаю между ними. Вот, ребят, насколько вытянутая старая цепь. Она висит вообще в хлам. Так что вот так вот. Вот, ребят, насколько вытянутая старая цепь. Смотрим. Так вот, ребята, показываю, как сидит на распредвале старая цепь ГРМ. Она у нас имеет вот такой вот люфт. Вроде бы незначительный люфт, но по вытяжке цепи вы увидели, какой он большой. Вот такой вот люфт. Вот так вот она оттягивается. Хоть бы как я ни старался здесь вот натянуть, она все равно она болтается. Все равно она болтается. Как бы я ни старался, все равно. А уж под своим весом, когда я проверял новую цепь, так это вообще болтается. Смотрим, это вообще болтается. Берем новую цепь. Одеваем ее и смотрим. Под своим весом она вообще не болтается. Даже тут даже миллиметр нет, ребят. Вот прям чуть-чуть прям. А уж если я ее вот так вот обожму, то тут вообще прям намертво, везде. Везде намертво. Так что, ребята, меняйте цепь ГРМ. Меняйте.